Это продолжение видео будет коротенькое. Вот как-то так сам телефон распределяет, сколько снимать ему. Хотя память у меня большая. Вот. И мальчишки все нервничают, нюхают, все что-то выискивают. Ну, скоро это закончится. Как только закончатся течки, закончатся эти нервы, и мальчишки прекрасно дружат между собой. И в обычной жизни они не выясняют отношений, только когда течки. Много метят, видите, Елисей, что продолжает делать. Елисей! Я понимаю, что, но все дело в том, что при правильном контроле с моей стороны все, в принципе, проходит гладко. То есть в этой стае все-таки главная я. Но что, природа есть природа, конечно. При собаке как бы все нюхают, да, все у них идет через нюх, и, конечно, запах течки для них это нечто. Филечка такой у нас вот опытный парень, у него он даже бывает не ест. Вот сейчас с утра у нас не поели, мажор там лизнул буквально, Филипп вообще не прикоснулся. Ну а у Елисея, Космоса и Роликса еда по расписанию. Молодцы, мне это нравится. Ну вот такое вот отношение. Ну ничего, вечером покушаем. Вечером покушаем, да, мальчик мой? И вот они у меня в принципе не крупные, среднего стандартного размера все собаки. И конечно, я бы не хотела иметь кобеля, мини. Да, для разведения в питомнике это сложно, сложно, даже если обидят, да, могут серьезно повредить. Сложно по питанию, вот так вот собака, допустим, отказалась от еды, раз, два, и так и сахар, и кальций может падать, да, поэтому нужно подкалывать и кормить насильно. Хотя у меня Филечку я иногда кормила насильно, говорю, уговариваю, покушай, пожалуйста, мой мальчик красивый, да, мой зайчик, ты с нами сегодня спал. Забрались у него с собой спать, а он нервничал, ему надо было сюда, ко всем, к нашим, своим кобелям, к своим, к своей стае. Да, моя солнышко красивая, ты почему не покушал, расскажи, милый мой. Передавай всем подписчикам большой привет. Вот наш красавец, любимчик, рыжик. Наш Филипп красивый, золото, эксельсиор. Вот они, мои кобели любимые. Елисейка прискакал, Роля пришел. Все просят девочку, чтобы я взяла на руки и повела к девочке. Мамочку кто обожает? Да-да-да, ну поговори со мной. Ну давай о другом поговорим. Артюшка, Филечка хочет на ручки. Вот такая вот болтливая собака. Елисейка пришел. Видите, они одинакового, в принципе, размера. По весу тоже они практически все одинаковые. С опытом я начинаю понимать, что лучше иметь стандартную собаку. Ну, я всегда это понимала. Ну, вот ближе к 3 килограммам это вообще идеал. Хотя идеал прописан 2,5, 2,700. Ну да, где-то 2,5, 3 килограмма. Девочку желательно, конечно, побольше, потому что маленькую девочку, ее, если пускать в роды, то, конечно, она должна быть побольше. Но, ребята, не только для родов и для получше иметь все-таки стандартного чихуахуа, просто многие не понимают и думают, что 3 килограмма это мега много. Это совершенно одинаково собаки весят, что 2200, что, в принципе, 3 килограмма вот так костяком отличаются, может, кто-то раскормлен более, больше, меньше. Собака крепкая, собака дольше будет жить, собака, собаку можно везде с собой брать, она не так восприимчива каким-то перепадам там температуры, например, или того же вот той же еды. Да, вот такая наша красавица, это тоже дочь Филиппа. Жасмина, покажи нам свою мордаху и передавай всем привет. Жасмин очень красивая девочка, очень мега красивая, вот такая курносенькая, сладкая красавица. Елисейка, ты везде. И Феодосия моя пришла, звездочка. Все, ребята, на этом я буду заканчивать это видео. Мои любимые собачки передают вам всем большой привет. Крымского вам тепла. У нас сегодня 8 градусов, пасмурно, но достаточно нормально. Никто не трусится, все прекрасно гуляют, как вы видите, я как обычно. С голыми ногами. До новых видео, до новых встреч. Люблю вас.